ты должен найти себя там, где тебя нет. Вообще, типа, не надо оправдывать свою лень. Ты просто берешь, блядь, и делаешь. Делаешь что угодно. Не знаешь, с чего начать, просто начни. Не надо оправдывать свою лень и безнадегу, блядь. Это неправильно. Как мне вообще относиться к тому, к чему я не отношусь вообще никак? Типа, это все равно, что обсуждать, нахуй, один из выпусков «Дома 2», блядь. Ну, типа, когда ты туда приходишь, ты уже заведомо знаешь, чем это все обернется. Камон. Да не ограничивай себя, блядь, одним человеком. Ну, типа, общайся с разными, узнавай что-то новое. Интересуйся, блядь. Я не знаю, ревновать бывшую, блядь, ты настолько не ценишь свое время? Это... Да, конечно, ругали. Я была отличницей до какого-то момента. У меня предки, типа, сказали, закончишь хорошо год, мы не разведемся. В итоге, блядь, я закончила хорошо год, пришло письмо суда, что они разводятся. И я такая, да пизду нахуй. Не, я интроверт. Мне порой даже, типа, в тусовке хочется так, типа, знаете, накинуть капюшон, послушать музыку, типа, подальше от всех. То есть я устаю от общества. У меня нет такого, что, блядь, не всегда нужно с кем-то общаться, блядь, нет. Вот. Но это по-своему интересно. Поэтому я и то, и другое. Да, я над этим работаю. Просто сейчас я, типа, там, зарабатываю, узнаю что-то новое для себя, какие-то новые проекты, просто живу. Вот. А в конечном итоге, конечно же, хотелось бы что-то создать свое, качественное, охуенное, крутое. Я пока забивала рукав на левой руке, сколько, 3 года прошло, блин, я поняла, что я не хочу больше забиваться. Вот это вот на второй руке я начала бить совсем импульсивно татуху, то есть это не было в планах абсолютно, поэтому пока все, не. Ну, я в 17 лет, например, каштаны ела, типа, не знаю, что ты там задаешься вопросом, что делать. Блядь, дальше развивайся, типа, ты же на чем-то поднимал бабки, типа, ну, вот так же и мутись дальше, к чему-то да приведет, воу. Да, блин, я уже, ну, типа, не так часто стримлю, как стримила. Типа, сейчас мне просто интересно пожить, заняться своим здоровьем. Вот, ну, также и у меня работа всегда была. У меня как не одна работа, так другая. Типа, я уже 3 работы сменила. Ну, просто не загоняешься, а работаешь над собой, над своей мимикой, над своей речью, над своими мозгами, над телом. То есть просто развиваешь в себе вот эту самоуверенность. Вот так вот. Если бы ты хотел, чтобы людям было с тобой приятно общаться, ты бы уже давным-давно решил ту проблему, которая им мешает с тобой общаться. Значит, тебе просто похую! А если тебе не похую, то берешь проблему и решаешь ее. Не надо задавать вопросов. Что за над, то не здраво. Я не знаю, из Украины ты чи не, блин, но это переводится, что чересчур, то уже не здраво. Поэтому ясен хуй, если ты будешь сидеть все время за компом, у тебя будут страдать другие твои аспекты жизни. Вопрос в том, что тебе нужно вообще, и сам выбираешь, ёбаный рот. Оно, блядь, любви, значит, тебе захотелось, хуй знает, блин, что-то подавлял в своей жизни, блин, в своих мозгах, и оно вылилось у тебя, когда ты, блядь, в стельку пьяный был. Ну, бывает, с кем не бывает. Тебе-то она в трезвом, блядь, нравится или нет? Очень много вопросов касательно, блядь, социального развития. Ребят, все так же, как и в играх, вы просто тренируетесь, так и в жизни, вы общаетесь с людьми, блядь, практика. Практика вас научит. Все. Больше, блядь, никак. А чем мое лицо отличается в период, когда у меня есть мужик и когда нет мужика? Так что значит искать? Ну, типа, просто живи, набирайся опыта, знаний, блядь, не знаю, работай над собой. И сам человечек найдется. Не надо специально целенаправленно его искать. Это бред. Если не взаимно, значит, не твое. А значит, похуй, похуй. Впереди больше будет всяких людей разных. Типа, ты поменяешься, еще что-то. Не зацикливайся, главное, на том, что тебя убивает. А уф. Это типа ЖМЖ или ММЖ, МММ, блядь. Да я не знаю, просто берешь и выходишь. Почему у вас, блядь, у людей такая проблема уйти оттуда, где вам дискомфортно? Вы чё, блядь? Он, можно быть начитанным, но тупым по жизни. Ну, просто социально неадаптированным. Да и, блядь, нахуй все те книжки, что ты прочитал. Это типа ты себя можешь утешать, что вот, я читаю художественную литературу, я, ебать, поумнел. А встречаться с человеком из-за жалости, значит, тебе не жалко. Типа, в какой-то момент, так или иначе, блядь, вы разойдетесь. А сейчас ты просто, блядь, тянешь время, он еще больше к тебе привязывается, а дальше что? Блин, ну, проблемы со здоровьем были всегда, типа, хронические какие-то разные, да, но нервами я себе добила, блядь, психосоматикой вот эту всю свою историю, поэтому сейчас, ну, типа, нужно вот это починить, а потом уже чинить все остальное.
начни работать, прям загружай себя делами, встречами, и все. А там уже как пойдет. Что вот эта вот вся хуйня, она от того, что тебе делать нехуй. Ну да, в целом все заебись, типа, если есть какие-то проблемы, я их решаю, нет каких-то проблем, я их создаю и решаю, поэтому все зашибись. Там супер дохуя еще много вопросов, но я вам скажу только одно. Перестаньте оправдывать свою лень, оправдывать то, что вы ебло слиное, нихуя не делаете, никуда не продвигаетесь, блядь. Не спрашивайте у меня, как начать что-то делать, потому что, сука, если вы хотите начать что-то делать, вы начнете, блядь. Если у вас есть мотивация, блядь, жить лучше, вы начнете, сука, делать для этого хоть что-то, а не задавать мне вопросы, как, блядь, начать. Мне лично не в интересах стоит, чтобы вы жили лучше. Ну, типа, объективно, правильно? Вам должно быть это интересно. Поэтому какого хуя вы не можете, блядь... Ну что, плюнула? Какого хуя вы не можете, блядь, взять себя в руки и начать ебашиться за жизнь? Вот я не понимаю. И вы сами, сука, решаете, хорошо вам жить или плохо. Не родители, блядь, не еще какая-то хуйня. Пока вы, вот, блядь, не обрежете вот эту вот линию пиздеца, блядь, под которую вы, сука, подстраиваетесь и говорите, что вот, блядь, моя судьба страдать. Никто за вас это не сделает. Всем похуй на вас, кроме вас самих. Если вы себя не любите, блядь, и вы принимаете, блядь, от слабого позицию, то, блядь, ну кто ж вам нахуй доктор? Я... Там вопросы не перестают заканчиваться. Короче, просто задаете себе вопрос, от чего вам сейчас дискомфортно? Из-за чего это пошло? Почему? Какой триггер? И дальше вот так вот цепляетесь вопрос за вопросом. Ау! Вам нравится быть душевно больным? Вот мне не нравится, что у меня 1% на телефоне, как бы, он стоит на зарядке и снимает, будто бы на Android. Посмотри, какие лаги, блядь. Вот это меня интересует. Но меня не интересует, блядь, бывший мой, потому что это хуйня. У меня были такие мысли только когда меня пиздили дома, пиздили в школе, и, типа, везде, блядь, я пыталась убежать. Убежала в интернет, да и все нормально. А от сложных жизненных ситуаций это как вызов мне, типа, решу я эту хуйню или нет, а когда решаю, охуеваю. Подруга, блядь, или девушка, если подруга такую хуйню выкидывает, то пошла она нахуй, блядь, что это за хуйня, типа, ей хочется, блядь, всех парней и друзей, блядь, в узде держать. Знаю я таких подруг, блядь, нахуй пошли! Тебе нужно было это, ты бы, блядь, знал, что оно тебе нужно. А если не нужно, то ты бы знал, что не нужно. А если у тебя, блядь, сейчас и потенциально нет какого-то партнера, которого ты рассматриваешь в плане отношений, блядь, то вообще нехуй об этом думать. Думай о том, что более актуально. А что ты еще от друзей хочешь? Чтобы они ходили каждый день, тебе жопу подтирали, блядь, и спрашивали, как у тебя день каждый день проходит, блин, что ты от них хочешь? Увиделись, побухали, хорошо время провели, пошли дальше. Если тебе не нравится бухать и не нравится эта компания, то зачем ты задаешь такие вопросы? Ливай нахуй. Какой совет мне дать, блядь? Не живи в дискомфорте? Не окружай себя мусорными людьми, которые тебе не интересны? Какой совет? Блядь, по-моему, это по дефолту должно быть у каждого человека, блядь. Не жить себе в минус. Моя челюсть! Потому что загоняться по всякой хуйне, это проще, чем ее решать. Поэтому люди пытаются оправдать свое бездействие. Это дефолт. Ну и похуй. Ну, наверное, потому что они следят, смотрят, что я делаю, как я высказываюсь, и им интересно мое мнение касательно их какой-то жизненной ситуации. Это нормально. Это прикольно даже. Тебе просто приелся твой образ жизни, потому что ты никуда, походу, не развиваешься, не двигаешься, и из-за этого ты такой, типа, бля, я выгораю. Попробуй серотониновую диету, блядь, заебись. Но если тебя все в твоей жизни устраивает, твое тело, например, подуставшее из-за того, что ты все время в компьютере, твое здоровье, твое питание, твое самочувствие, то сиди дальше за компьютером, но это тебе не мешает. Когда надо будет, ты поменяешься. Хуетаебаная. Ненавижу эту хуйню. Просто, блядь, избегаю ее нахуй всеми способами, что можно. Это настолько, блядь, просто вот... Не надо показывать, какая ты креативная единица общества, блядь, в обществе, где не привыкли видеть какие-либо изменения во внешности. Поэтому, блядь, подстраивайся, либо съебывай. Потому что, ну, типа, здоровье важнее, я думаю, нет?
Прикиньте, это HomePod так ебурит. Я в шоке, насколько эта штука просто разъебывает мне стены. Я, блядь, я не знала, что она так работает. Да, типа, не басы такие, чтобы аж, блядь, по почкам било. Но, блядь, ее вполне себе хватает. Потому что ко мне даже приходят жалуются, когда она играет. Спросил человека без образования. Ну, как бы я ходила в школе, да, типа, но я уже как бы с 13 лет знала, что мне очень интересно, и двигала в эту сторону вообще, типа, без задней мысли. Поэтому хуй знает, блядь. Работать над собой, задавать себе вопросы, какого хуя ты ревнуешь, почему, это один и тот же вопрос, кстати. Если у тебя нет финансов сейчас никуда двигаться, и ты сейчас на стадии познания самого себя, типа, и ты нихуя не преисполнился, то нахуй это все дело. Понравится и в своем городе. Блять, не лезьте в это вообще, сука, в японском стиле. В Бершку нахуй сходи, там что-то с иероглифами добудет, блять. Почему, блять, я не задаюсь такими вопросами, просто иду в зал? Я охуенный психолог, я просто, ну, типа, отвечаю вам на ваши вопросы дефолтными вещами, о которых вы сами знаете. Блять, ну привязался, это что твоя проблема, блять? Он, блин, как паразит, чпок, блять, а ты что ли в этом виноват, блин? От паразитов чем избавляются? Ну, блять, решайся. Я вообще люблю это ощущение кринжа, типа, потому что мне кажется, когда тебе очень стыдно, это очень яркое такое ощущение, поэтому я его иногда призываю специально. Мне, типа, по приколу все эмоции, блять, этого мира прочувствовать. Блять, что такое любовь вообще? Я не знаю. Вообще, типа, меньше нервов тратить, а так все заебись, все просто, блядь, летит так, как оно должно лететь. Просто насыщенно, блядь, охуенно и с последствиями такими, что прям аж ебенило, блядь. А так просто, ну, типа, нервы не тратить, потому что здоровье. Не, ну, вообще мне да, потому что, ну, типа, все равно как бы из другой эпохи человек. Это немножечко сложно. Вот, ну, кому-то похуй. Кто-то ценит другое в людях. Поэтому не знаю. Мне да, другим нет. И похуй. Блять, ну вообще это очень стрёмно, если у тебя в желаниях стоит пообщаться с популярной стримершей. Потому что, блять, популярные стримерши это не особо, типа, интересные, блять, бабы. Но если бы я была мужиком, я бы хотела быть Серёгой. Только с нормальными ногтями на ногах. Нет, нет, решай все как можно раньше, потому что потом ты заплатишь больше и тяжелее будет все менять. Не надо откладывать. Но я сейчас отложу. Я о пиздоболах стараюсь не думать. Ну, типа как стараюсь? Стараться не сделать, поэтому я о них не думаю, блядь. У меня что, нос вырос. А ты шо, блядь, стрелять собрался? Нахуй это цель, блин. Живи просто себе в кайф, а там куда занесет, туда занесет. И будет все заебись. Главное, чтобы тебе было кайфово, блядь, быть здесь и сейчас. Кинь гитару. К сожалению, придется. Потому что языки гораздо важнее, чем все остальное. Потому что это коммуникация с людьми, и английский язык очень нужен. Да все заебывает, если этого много становится. А медийка — это дело такое, типа, ты постоянно под надзором, постоянно рассказываешь, что ты делаешь. Если не рассказываешь, то люди начинают спрашивать, а что ты, где ты, что случилось, блядь. Ну, короче, это странная хуйня, поэтому я просто ухожу из медийки, когда мне это надо. Да, я могу спокойно не материться, как бы в повседневной жизни я не думаю, что я часто матерюсь, хотя я так как бы и не вспомню. Вот. Просто, ну, 15 секунд в сторис есть, и ты пытаешься максимально ярко передать свои ощущения. Поэтому мат — это как такой уф. Значит, ты еще зеленый. Чао, персик, дозревай, пробуй больше и определишься, когда поймешь, что оно твое. А так пока просто живи. Я разрешаю. Блять, да типа почему мне не надо никому говорить, если он мне нравится? Я просто это всячески показываю и располагаю так человека, что так или иначе, если он не тупой, он поймет, а если он не поймет, то он тупой, он мне не нравится. Так как ты задаешь этот вопрос, эта ситуация будет выглядеть, ну, примерно вот так. Ты мне нравишься. Мне приятно. Спорт бывает разный, типа, ну, во-первых, пофикси свои болячки. Если они не фиксятся, выбери для себя спорт с индивидуальным подходом, потому что, ну, типа, ты можешь заниматься физкультурой, и, типа, все будет заебись.
Ой, по позе во время сна можно определить очень многое по человеку. И также любая поза для сна, она типа влечет за собой свои, короче, болячки, типа, потому что это ваша привычка, с которой вы живете, и она дает о себе знать. Ой, да это типа, ну, я просто об этом не думаю. Ну, типа, если дрочат, значит, заебись, выгляжу или что-то в этом роде. Ну, у каждого свои отклонения, типа, и желания. Бывало, и на фестивалях там с рукой в штанах стояли. Да, в этом есть свой прикол. Ну, типа, я просто проверяла и такая, типа, о, прикольно. Типа, всякие там схемы, пентаграммы, блядь, ретроград, Меркурий, нахуй. Вот, это прикольно. Вот, мы же под какой-то звездочкой дорождаемся. Так что да. Я не боролась прям с ленью. Я просто поняла, что я хочу быть лучше и, ну, как бы, хочу развиваться. Не знаю, это как-то изнутри идет. Типа, что мне, блядь, просто потреблядью быть, что ли? Ну, типа, может, ты просто пенёк в эмоциональном плане. Ну, она тебе приведет примеры, где ей показалось, что тебе похуй на нее, а ты ей ответишь, как оно есть на самом деле. Типа, поговорите, и все будет окей. Слушай, ну, типа, доучись уже, лол. А если у тебя есть место, куда ты можешь уйти, у тебя сразу будет заработок, то можешь нахуй послать своих родителей и сказать спасибо за то, что они, блядь, тебя просто тушат ненужной тебе хуйнёй. Лол, блядь. Теперь я понимаю, почему видосы, блин, что делать на карантине, пользуются нахуй огромным спросом. Да просто проставь себе по приоритетности задачи, блядь, и ебашь. Все, блядь, просто нахуй. Ебашь. В основном интроверты это люди, которые, ну, типа, такие прям, у них там комплексы, там еще какая-то хуета, блядь, ненужная для жизни. Вот, да просто, ну, занимайся собой, своей мимикой, речью, общайся с людьми, начни с интернета. Я сейчас веду здоровый образ жизни, и то не совсем. Просто, ну, типа, много хронических болячек, которые с детства тянулись. Я еще и усугубила нервными какими-то встрясками, вот, и все. Нет, нет такой возможности. Все, с кем я общаюсь, являются стримерами. Я с нестримерами не общаюсь. Даже, блядь, не пишите мне нахуй. Ходите в социальные институты не потому, что вы там чему-то учитесь. Научиться вы можете в интернете гораздо большему, блядь, если будете просто в это вникать. Вы просто учитесь выживать в обществе. Боже, у меня уже язык заплетается, блядь, всем пока. Ну, если бы Муар меня звал кататься, я бы с ним каталась. Ой, дай боже, блядь, просто. А так, ну, что поделать. Ну, вообще-то там подкинь ему тоже идею, чтобы он меня там позвал, все дела. Я не знаю, что у вас там за ссоры были, но если ты прекратила с ним общаться, потому что тебе было дискомфортно от такого общения, то не надо возвращаться, типа, это ты просто, ну, типа, привыкла, и ты такая, типа, бля, а что делать? А, у меня же друг был, может, это вернуться? Блядь, вот у вас есть какая-то мысль, сука, скажите ее, высрите ее уже наконец-то, потому что она вас сжирает, блядь, если у вас есть что сказать, говорите, ебаный рот! Жить себе в кайф. А шо у меня в дальнейшем по кайфу будет, я хуй его знает. Поживем, увидим.